Всем привет, дорогие друзья! Домашние питомцы – друзья человека, но, к сожалению, люди часто отказываются от них по разным причинам. Иногда от нежелания брать на себя ответственность, а иногда во имя спасения. В феврале этого года на пороге одного из приютов в Мексике появилась коробка с прекрасным щенком. В ней находилась небольшая мягкая игрушка и записка, написанная 12-летним мальчиком по имени Андрес. Сотрудники приюта осмотрели животное, и оказалось, что оно вполне здорово, если не считать травмированного хвоста. А прочитав записку, никто из них не смог сдержать слез. Мальчик писал, что вместе с мамой принял решение отдать щенка в приют, чтобы для него нашли новых хозяев. Сделать это пришлось потому, что его отец жестоко обращался с питомцем, часто пинал и бил его, отсюда и травма хвоста. А чтобы собака помнила своего маленького доброго хозяина, Андрес положил в коробку игрушку. Эта история настолько тронула пользователей сети, что желающих забрать к себе щенка, которого назвали Ренни, оказалось несколько сотен. Работники приюта уже рассматривают кандидатуры, не забыли вновь напомнить всем, насколько важно заботиться о братьях наших меньших, ведь в мире огромное количество бездомных питомцев, нуждающихся в помощи и доме.